Здорово, бойцы, с вами Сережка. Сегодня бы я хотел вам порекомендовать свой канал. На канале вы сможете найти множество контента по UFC, а также по FIFA. У кого появилось желание заглянуть на мой канал, Антон оставит ссылочку в описании, а вам приятного просмотра. Ребята, вообще, всем привет! Идет прямое включение с тренировки. Я не знаю, кто это придумал. Просто я ебашу своему тренеру в голову. Мне нужно нанести 1000 урона. Кстати, на тренировках на этих... Отойди от меня, брат. У меня осталось очень мало времени. Да, я доработаю. Вставай, 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 пожалуйста. Ну, вставай. Хорошо. Хорошо, хорошо, провели. Попробуйте снова продолжить применить перки и приемы. Давайте посмотрим, у нас безумные ноги, да? Что мы можем поставить с вами? Мы ногами-то сильно не бьем. Но можно посмотреть вообще перевод. Ускорение ногами после блокировки. Посмотрим. Давайте теперь посмотрим мувов. Что у нас изменилось в мувах, что нам тут давали. Вроде бы все удары под ведущей ногой. Хорошо! Хорошо, теперь у нас мидл третьего. Это не может не радовать. И у нас появился новый удар. Как же ты у нас делаешься? L1. Блин, ну... L1. Крестик, квадрат. Короче, как апперкот, да? Крестик, квадрат. Понял. Прямой удар ногой. L1. Вот такой. Все. Ну что же, братва, остается тут совсем немного потренироваться. Календарные дни у нас здесь написано 20, и, наверное, еще пару недель мы потренируемся. Я на этом не буду заострять ваше внимание. Я тренирую блокировку от тейкдаунов, как вы видите. Уже у нас 66, игра снизу, потому что я готовлюсь. Я готовлюсь к самому плохому, то, что меня завалят, и я не смогу ничего сделать. Если у человека будет топ-гейм, к примеру, там... к сотке близится, да, то что мы можем там сделать с вами? Да ничего. 67. Хотя бы хочу до 75 прокачать, но мне кажется, мы это никак здесь не сделаем. Потому что очень медленно мы это все... О, 69, неплохо. 70. Так. Еще неделька будет? Дай, пожалуйста, еще неделю. Я просто уже запутался. Я начинал... тренироваться без этого. Так, спарринг мы уже не будем брать, обучение тоже не будем. Надо тренировать, нужно тренировать статы. Эти все удары, это все чушь. Нам, у нас есть удары, которые нам помогают. Ударная выносливость. Мощь, сила, ног. Только за 35 хочу. И за 30-ку там. Все-таки я буду надеяться на то, что я буду лидером. Вот, точность блоки. Да, ударка у нас неплохая, и здоровье неплохо тоже подкачали. Наверное, все-таки это последняя неделя была. Да. Средний. Я потратил где-то, блин, 80, наверное, недель. Дней, то есть. Красный, не забываем. На рекламу. То есть они мне принесли деньги, доход лишний, там плюс 30 тысяч медали. Вот, ну и вот ажиотаж у нас через средний. Мосес. Скажу вам так, то что драться против компа на самом деле выматывает больше, чем драться против человека. Не знаю почему. Я почему-то компьютера боюсь, потому что он заскриптован, он может ударить тебя в любую секунду, и ты упадешь. Это грэплер, пацаны. Это грэплер, боимся его. Я комбинации тут немного изучил. Ну как изучил? Вот вы смотрите эту, наверное, серию в другой день, а я дерусь в один и тот же. Я по 6 боев дерусь в день. Нам нужно срубать его. Джеб, кросс и апперкот. Вот эта комбинация очень сильно разгоняется, если я ее попадаю, то соперник теряет зубы. Какая у него голова крепкая. Мы бьем, бьем, а ему вообще похеру. А, это ж Бузила. А, нет, это грэппер. На тренировке мне написали то, что у меня соперник будет Бузилой. Nice combination, Joe.
Tagged him. Excellent job of landing punches here. All right, under 3 minutes now to go in round one. Nice. На самом деле я пытаюсь пробить блок сейчас. Вы можете у меня спросить, Антон, что ты делаешь? Я просто пытался пробить блок. Но это плохая вообще идея была, потому что мы потратили очень много стамина. Теперь этот непонятно волосый чел лезет на нас. А вот и первые попытки обняться. Да, блять, у него и удары еще круче, чем мои. Сколько я пробивал раз голову, ничего не было. У нас сейчас высекет. Вообще столько стамины трачу. Да, вот хер ты к нему так подойдешь. Нет, этот соп уже все. Этот соп не дает даже дышать теперь. Аккуратненько нас так черпает наше здоровье. Блин, я уже все, я уже прям бьюсь на отмаш. Устали, мы устали. Он медлами нам пробивал. Ну да, у него полная стамина, у нас ее нету вообще. И мы даже голову ему не ранили, понимаете? Посмотрите на его голову. Это вообще законно? Так, работаем, короче, на тогда на уклоны. Well, as we pull up the numbers there, bottom of your screen, the body strikes really tell the story in this one. That was a big focus for his camp coming in, and he has certainly worked that midsection to great effect here tonight. Absolutely. Finds a home for that left hook. Ох, как я промахнулся кроссом! He is rocked right here. He's trying to stay up. О-о-о, вы видите, да, какой у него топ-гейм, как мы тяжело выходили. Да пробей ты ему голову хоть раз. Да, не хватает здоровья ни головы, ничего. Nice leg kick, very nice. Oh, both men exchange. Бля, братва, молчу, просто молчу, потому что вы сами видите. Я не представляю, что мне предстоит делать в третьем раунде, если я до него доживу. Я не доживу до него. Дай флешечку, пожалуйста. Не знаю, я просто иду ва-банк.
Я просто иду ва-банк. Я напрягаюсь и пытаюсь поймать его на апперкот. Просто на апперкот. Я боюсь хайкика сейчас. Я не бил по корпусу. Холодный расчет. Пиздец, просто я не понимаю, мы что, сняли у него с носа? Надо было сразу так играть. Ух ты, от хайкика могли и провалиться. Не, брат, я тебя все равно откошмарил, потому что я профессионал. Я нашел оружие просто и вырубил. Я до сих пор не поменял это празднование, ребят. Ну это пиздец. Я просто о нем вспоминаю, короче, когда я только побеждаю. Бам. Я просто понял то, что я могу уворачиваться. Я понял фишку, знаете какую? Когда ты уворачиваешься в сторону, в какую-то из сторон, правая-левая, значит, той и рукой и бить нужно. То есть здесь я вернулся влево, ударил правый. Но если, например, я уворачиваюсь влево, да, под левый бок, я должен бить левым перкотом, он с быстрой скоростью вылетает. Эту тему я понял. Офигительная победа вообще, я первый раз так напрягся, у меня вспотели сильно прям руки, потому что я мог проиграть вообще. Пацаны, это круто. Так, нам дали 83 тысячи баксов. За такой бой должны давать и больше, как мне кажется. Итак, ну что же, показывают нам тут опять лайкосы. Ну, провидец, невероятно. А-а-а, я ставил, представляете, я ставил, короче, то, что я его вырублю. Или в третьем раунде, или во втором. То есть, представляете, я ставил. Меня, короче, спрашивали, я когда покупал вот эту рекламную деятельность сделал, да? А у меня спрашивали, в каком раунде и как ты выиграешь. Я поставил нокдауном во втором или в третьем раунде. В каком мы сейчас выиграли, я уже прям не помню. Но провидец прям пишет. Круто. Круто. Так, приемы мне нужно поменять. Изменить внешность. Пойдемте изменим празднование, ребят. Пойдемте изменим. Наконец-то мы к четвертой серии мы изменяем внешность. Так, мне говорили, какую там поставить. Даниэль Кармье. Блин, тут столько празднований, на самом деле, очень много. Раньше их столько не было. Дастин Порье. Как же его зовут, этого парня, блин? О! Отлично. Ребята, короче, я прям настраиваюсь эмоционально и... Ну что же, пацаны, это первый соперник, который имеет такие параметры. Я не знаю, что сказать здесь, мне нужно просто напрячься. Я просто попытаюсь сосредоточиться и выиграть его. Пока что он пробил нас. Я докачал выносливость, короче, до самого конца. Ты будешь голову держать, не? Ух ты, сейчас бы мне какой-нибудь апперкот, и я свалился бы.
Опять я устаю. А он аккуратно нас отрабатывает в корпус. He's fainting with that punch, showing that punch. Oh, he caught a big right hand. Так, запоминаем, да? Бьет, короче, в этот, в корпус часто очень. Almost hits him with that left hook. Big right hand, a left hand rather. Well, he got his head snap back there. Очень бьет в корпус часто. Почему я не ловлю ногу? And again, he's just not doing things defensively that you want to see. Move that upper body. Get that head. Хорош, красиво. Как я его не потушил? Так, бороться нам нельзя, пацаны. Нам надо выйти как-то. Охереть, я устаю. Осторожно, осторожно. Эти серии уже начинаются. Пизда, блядь. Сегодня в белом танце кружимся. Я не понимаю, я хочу его вырубить этим ударом. Для вас, пацаны. Все, мне пизда. Я могу здесь до такой степени устать. Ничего не делаем, просто попробуем блокировать его. Попробуем блокировать, потому что мне нельзя двигаться. Охренеть. Что я буду делать потом, я не знаю. Хорошо, он сам встает. Блин, я не понимаю, как я его не добил, когда мы его повалили в партер. Вот этот вот момент, бам, он падает. Я думаю, все, там такая комба вошла в его жбан. Просто, ну никто не выдержал бы такое. Ваши боксерские приемы, мне пишут, работают как надо, но... Скоро на эти боксерские приемы не останется сил. Мидл. Мидл. Лови. Давай, давай, ждем. Ждем, блядь, ждем же, ёптать. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. See the total strikes. Attempts a big hook to the head. У него есть приемы, которые он будет использовать. Я бы это... Ах ты, блин. Beautifully placed as he continues to punish his opponent's midsection here in this round. Strong kick there. He's looking to set that uppercut up. Well, he just hasn't been efficient with his strikes here. Блин, это было сделано на свой страх и риск. At this point, if he can't preserve some stamina moving forward, this is going to end up being an awfully long night. He's got good accuracy on that jab. Hand speed, man. Good combination so far. Короче, не лезем. Голова отдыхает, не лезем. Nice one, two there. У нас нету сил. Нам нужно его как-то высечь. Например, вот таким методом можно это сделать. У нас новое празднование, ребята. Такое типа... А что здесь происходит, ёпта? Да ничего, просто мы отвертели голову очередному сопу. Что я могу сказать по поводу про? Вот именно уровня сложности. Почему-то вот этот боец не лез бороться к нам. Я не знаю, с чем это связано. Но если бы он боролся бы, как, к примеру, профессиональный игрок, да? Возьмем, к примеру, меня. Я очень сильно играю в партере. Если я, например, соперника повалил с такими параметрами против таких, как у меня, то все. То спокойно можно забить. Но вот компьютер тем и отличается, то, что он дает маленькие шансы на выживаемость. И он сам взял и встал. А он мог меня мучить, болевой привести.
тысячу две сразу, охренеть, бам. Бам. Я думаю, мы можем набирать лайки бесконечно. Фух, но, пацаны, эти... Как вам сказать? Эти моменты прям уже напрягают. Уже не каких-то, знаете, там, комментариев просто. А тем более у нас сейчас текущий соперник будет именно Марк Дайкисе. Как его правильно? Дайкисе или как его прочитать? Я даже не представляю. Или через один бой. Да, это он. Это он. 13 побед, 4 поражения, 90 ударка, здоровье 8,6 против наших 76, грэплинг 8,6. Короче, у него все параметры за 85. Принимаем бой, у нас 110 тысяч есть на тренировке. И мы будем сейчас думать, что нам надо в первую очередь прокачать. И здесь дается не 5 недель, кстати, а 4. И это плохо, я надеялся, что 5. И вот видите, деньги все равно остаются. Но деньги нужны, наверное, для зала, чтобы нам идти дальше и качаться еще сильнее. Будьте осторожными с желаниями. Приступим, нуб, ты узнаешь, что тут король? Еще один бой. С нетерпением жду возможности с тобой помахаться, не сомневаюсь, что будет отлично. Давайте вот так ответим ему, типа, с ухмылочкой. Но и с подъебосом. То, что в любом случае мы должны будем отбить его красную трассу. Итак, рекламную кампанию, наверное, мы с вами не будем брать, потому что она нам тупо не нужна. Мы будем брать тренировки и обучение. Что нам нужно больше всего в тренировках сейчас поиметь? Нам нужно что-то задеть для здоровья. Выносливость, сила корпуса, грэплинг клинч. Давайте вот это брать. 5 разков. Сила корпуса нам пригодится. Грэплинг, если что, выносливость. То есть чисто убьем наш месяц вот на эту тему. Блин, у нас идет утомление, пацаны. Я это не заметил. Физическая форма. Полежав в ванне. О-во-во-во-во. Нормально. Белл, не сомневаюсь, что Марк тренируется больше меня. Это бой останется за мной. Братан, не каркай, пожалуйста. Джосик-то у меня в руках, а не у тебя, правильно? Все, начинается поединок, средний ажиотаж. Никогда не забывайте рекламировать свои поединки в режиме карьеры, иначе вы можете никогда не получить достойный контракт. Вот для чего это делается. Но мы и так уже идем, просто мы роняем чуваков, мы ни разу еще... не выиграли решение, понимаете? Заставочка. Чтобы стать легендой UFC, бойцу нужен стимул. Кто-то, кто будет подталкивать его двигаться вперед. У Макгрегора были Диас, Джонас и Кормье, а у Сильва — Сонен. В сериях лучшие не просто выходят против лучших. Подбор соперников проводится на основе их жажды свести друг с другом личные счеты. И когда калитка октагона закрывается, кровь вскипает. Кто же выйдет на мат, чтобы наконец-то расплатиться по счетам и навсегда забыть о гордости? Охуеть. Вот это да! Вот это да! Соперничество, точка кипения. Блин, у меня даже, я не знаю, мандраж какой-то начинается. Вчера видос посмотрел, я так ржал, там чувак говорит, лох цветочный. Ну что ты, лох цветочный? Так, у него ноги опасные, да? У него движение на ногах очень сильное. Покажем ему. Попало нам, да. Еще раз попал по корпусу. Охренеть! Чисто на ногах завязана его ударка. Хорошо. Я даже запереживал, он так двигается резко. Ладно, пойдем вперед, к нему в упор. Nice jab to the head by Jacaso.
really threw a lot of power into that uppercut, but missed. He's doing a great job of timing these shots. He caught that one right on. Охренеть, сколько отнимает этот удар! Oh, how good is that hook? He lands another one here. He's connected on several in this round. Plenty more where that came from, to be sure. Если бы сейчас не наш блок прокачанный, то мы все, мы бы упали с концами. Так, у нас есть такая комбинация. Через хай-кик. Охренеть, через хай-кик. Нет, он больше так не наносит удары. Как я увернулся-то, а толку от этого никакого не было, потому что я промахнулся. Врываемся сразу. Со стаминой проблемы, да. Со стаминой проблемы. Не бью по корпусу, сразу говорю вам, почему некоторые люди задают, почему не бью по корпусу. Потому что бот пресекает эту тему. Нога. Охренеть, он умный. Не, здесь, конечно, мы по стамине. Видите, он мне даже не дает... Он даже не дает мне нанести мидл-кик. То есть я хотел нанести, и он сразу срабатывает резко. Прям сразу. Вы проигрываете, запутаете соперника ударами. Я понял, что я проигрываю. Мы не такие уж и глупые, компьютер. Страшно то, что еще нагибаться вот так, да? Уклоняться под... Ух ты, как он это все резко делает. Тяжело. Очень тяжело. Well, he's landed some excellent shots in this fight tonight, but more often than not, it has been one and done. So the emphasis now moving forward. Oh, nice right hand. He heard a big shot to the head. He stopped. Man has his chin been tested early. Ну вот этот может только компьютер, и все. То есть он спокойно меня только что поймал за руку. There's the jab, there's another one. So the double jab is there by Jacaze. Oh, nice. Oh, he got that. Another bad. This could be it. High kick. Big shots. Ooh. Body kick, look at that. Good combination. Бля, ты чё, слышь, что ли? Не пойму. Дерись как, как отец, ёпта. There's one with a haymaker. Lance, a nice one, too. What a wild exchange. Nice counter left there. Looking to avoid that left hand. Oh, he hurt him. He hurt him bad. He's in big trouble. Oh, he might be out. Hurt him with that right. Вы думаете, он просто так стоит? Голову типа открыл. Да не просто так, потому что он сейчас меня поймает один раз. Я с такой выносливостью. На колени! И все равно не убиваем. Отходим. Встает и сразу этот. Сразу, блядь. Я хочу вот так срубить его, отвечаю. Все, я устал. Досрубался, Антон, блядь. Досрубался, еле ходим. That one hurt him badly.
Антонио досрубался в прямом эфире. Не знаю, что делать. Я не представляю. Блять, ну как он так срубается и не умирает? Йоу, гайз! Well, he got cracked to the head there, Joe. He's gonna have to change things up here with his footwork, with his tempo. Мне кажется, здесь попробовать. Может дожить до этого. До решения. Какое нахуй решение? Атакуем. Атакуем! Никакого решения. Только ко. Чистое ко в голову. Блин, оверхенд это самый такой, знаете, крутой удар здесь. Его можно использовать в любой ситуации. Он и блок пробивает, он и длинный. И он здесь не стопает, да, как во второй части. Ты жмешь вперед, и ты просто вместе со своей рукой плывешь. Чисто, знаете, как Титаник в голову. Бум! Ну, компа можно выиграть. Просто нужно отбивать башку, ребят. Вот просто отбиваем голову, выигрываем компа. Другого здесь, знаете, вот каких-то других планов, да, не должно быть на игру. Ты будешь пробивать корпус, когда-нибудь ты нарвешься на апперкот. Это 100%. На апперкот нарвешься, бот тебя может просто ушатать. Истории конец, Ми завершает соперничество с фантастической победой. Ожидание было долгим, но для Балми вчера она завершилась победой над Маркусом в поединке, состоящем в Лондоне в Англии. И завершившим наконец-то заклятое соперничество. Воспользовавшись преимуществом, полученным во время сборов и напряженностью. Короче, это одно и то же. Одно и то же, мы уже это читали. И Дана Вайт, как обычно, после таких нокдаунов собирает очень мало лайков, брат. Но ты меня расстраиваешь, реально, лысенький ты мой кокосик. Ты должен мне больше давать лайкосов. Претендент. 5 поединков и пробейтесь в топ-5. Вот там ребята, наверное, уже посерьезнее копают огороды. И Nate Diaz нам пишет, подпиши контракт, нуб, я дерусь за деньги. Просто скажи UFC, что хочешь бой. Я дерусь со всеми, кого передо мной поставят. И все, даже другое читать не хочу, вот и все. Просто пиши и все, я с тобой встречусь, длиннорукой. Хрен. 403 921 фанат у меня. Надеюсь, когда-нибудь на ютубе будет столько же. Предстоящих поединков. Возможно, титула у Нуб нет, но пока он уже чемпион. Так, короче, теперь я дерусь с ребятами, да, которые... Ну, такие серьезные. То есть, грэпплеров вот мне дают здесь. Ну, Чиеса, наверное, все-таки он не прям уж такой сильный прям грэпплер, но он именно удушить может нас. Берем вот этого огрызка. Потому что у него не такой сильный параметр. Какой бой! Говорит нам Дана Вайт. Да, я тоже его жду, брат. Так, это какой у нас сейчас будет по счету поединок? О, тут можно 6 недель тренировок делать. Нам пока не хватает на зал. Вот, но мы будем стараться сейчас обучить то, чего нам не хватает. Не хватает нам очень сильно партера. Давайте, 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 давайте рекламу. Интервью на радио, хорошо, далее. Даюсь интервью на радио, включайте и узнайте меня поближе. Популярность. Давайте, короче, сотку, да, тратим вот на эту всю тему. Популярность, короче. Давайте начинать выносливость в грэпплинге, то есть начинать уже качать грэпплинг. Стойки, я так понимаю, что, ну, параметры будут практически уже сведены к равным. Мы будем чуть отставать, где-то чуть наоборот быть выше. Но нужно начинать качать вот это вот, к примеру, выносливость в грэпплинге, сила корпуса, грэпплинг клинчи. Сейчас мы здесь потратим месяцок. Потом потратим месяцок опять на... этом партере снизу. Эй, Нуб, спасибо, что открыл для нас зал. Удачи в следующем бою. Спасибо огромное тебе, друг, что ты ходишь в мой зал. Ты можешь мне не писать, Дэвин? Ты что, даун? Я не пойму, или ты ждешь ответа от меня какого-то? Я же тебе сказал уже, что спасибо огромное, что ты у меня тренируешься.
Открыть ключ к победе. Понятно, ключ к победе у него там. Обучение перкам и приема. Поехали. Так, вот они у нас открылись, ребята. Суплекс, борцовская клиника. Нам это не надо. Это перки, да, вроде бы там идут. Кук ведущей ногой. Круговой удар ведущей ногой в прыжке. Удар со сменой ведущей ноги в прыжке. Охренеть, там просто такие приемы. Задвинуто свалите партнера по тренировкам с ног. Поехали. Там вроде бы что-то с ногами тоже связано. Боковые метлы, которые... Хотя я не часто ими бью, нам нужно вообще больше брать, биться в рукопашку. Барбоза прикольно руки держит. I want to see more out of you. Work. Beautiful knockdown. Damn you. Видал, какие 2 минуты, ёптать, 20 секунд и всё. Мясник. Приёмы, да? Ну, давайте перки. Что мы можем? Точность выполнения последней комбинации. Да, наверное, всё-таки мы это уже уберём. Поставим мясничка. И применить приёмы. Там, наверное, все-таки ногами будут удары. Блин, ну а толку от этого удара? Ну вот мы открыли его. Блин, надо было не этот делать. Они мне, ну, не нужны, по сути, вот эти удары. Я ими даже пользоваться не буду. Мне нужно что-то на боксерскую технику. Вот этим еще попробуем ударить. Вот этим еще попробуем. L1, R1, кроет. Все, понял. Вот этим еще ударом попробуем вынести нашего нового сопа. То есть я попытаюсь именно таким ударом завершить. Бэкфистом, ну, тяжело. Вы сами видели то, что бэкфистом как-то крутится на месте. Вообще, именно длина руки, как будто она уменьшается. Блин, опять рекламная кампания. Что от меня хотите, я не понимаю. Ну, ажиотаж, давай ажиотаж купим. Ну, нормально. Нравится вам теперь? Так. Давайте вот обратная стойка и передвижение. Для чего мы это качаем? Для того, чтобы хоть как-то можно было передвигаться быстрее, чем эти ребята. Но ударка скоро будет практически на максимум раскачана. Охренеть, мы потеряли минус 6 блоки, минус 4 точности и минус 1 из клинча. Но из клинча не так важно. Но то, что мы потеряли блок, точность. Блин, ну куда уже перейдет ажиотаж такой крупненький будет? Ну что же, пацаны, это будет у нас уже 13-й поединок. Эта серия будет из 4 боев, потому что вроде бы мы заканчивали все быстро. Вот, если ролик будет очень сильно большим, я немного подрежу его, где-то тренировки уберу. Вот сколько я уже записываю. Ну, уже больше часа практически идет время. Но я там делал тренировки, которые тоже вырезать хотел. Наверное, я их вырежу, поэтому вы их не увидите. Ну что, приготовились? Это топ-9. Мы находимся на 12-й позиции. Все такой же план, только я не посмотрел обучение. Вообще, какие сильные стороны его. Блин, а таких ударов надо уже до конца падать, брат. Ну только не грэппер, не говорите, что он грэппер с такими показателями. И он будет к нам лезть сейчас. Хорошо, вышли в гард. Вышли в гард. Смотрим на его действия. Здесь у нас будет подъем быстрый, хорошо. Хорошо, блин, у меня аж лоб вспотел, пацаны.
blocks the shot. Landed that punch flush. Nice jab, follows it up with a nice right hand. Охуеть. Теперь бот все блокирует. Врываемся. Блок пробил. Ну господи, ну как же тяжело теперь драться без партера. Все, следующие тренировки чисто все в партер. Гард, неплохо. У меня животики бурлит, я есть хочу. Ах ты, блин, сбивает. Не даем пройти. Еще раз не даем пройти. Еще раз не даем. Теперь выходим. Хорош! Хорош, блять, этот борец заебал бы нас, отвечаю, с таким выносливостью. Господи, простите за крики. Я так никогда не напрягался, это, блин, у него параметры такие, то, что вы видели, он все блочит. Такого сопа в первом раунде просто осадить, нормально. Нужно прокачивать борьбу, ребят. Если бы сейчас он меня мог бы или задушить, или забить бы в маунте спокойно, да, если бы бой продолжился бы. Так, дайте бойцу побороться за титул, пишут ребята. Хотят, чтобы я уже начал свой конечный путь. Давайте посмотрим, какого бойца нам дают. Ну, с такими параметрами это, конечно, жуть вообще. Если мы с вами не прокачаем блокировку от тейкдаунов, то мы, я думаю, проиграем. Опять грэпплер. Бой с основного карда. Из основного карда. Принимаем.